Добрый день, в эфире телеканал НТС Новости, в студии Елена Яковлева. Модератора вчерашнего митинга Канабека Османалиева заключили в ИВС СИЗО ГКНБ. Накануне он был одним из активистов, которые управляли акцией в поддержку осужденного Садыра Джапарова. Османалиева арестовали накануне после разгона демонстрантов, которые предприняли попытку нападения на здание Джугурку Кенеша. Канабеку Османалиеву, в прошлом депутату и министру образования, теперь вменяют весьма тяжкую статью. Это покушение на насильственный захват власти. Кроме него, в Комитет нацбезопасности был доставлен и родной старший брат Садыра Джапарова Сабыр. Однако его, как стало сегодня известно, отпустили. Задержан еще один мужчина по фамилии Артыков, проходящий по делу как один из организаторов этой акции. По версии ГКНБ, задержанные лица выдвинули требования об освобождении отбывающего наказания Джапарова, ну а после спровоцировали участников акции на массовые беспорядки. Люди, выведенные ими на площадь, не подчинялись представителям правопорядка, стали бросать в них камни и заодно портить чужое имущество. 166 человек, особенно агрессивных протестантов, милиция задержала накануне во время разгона митинга в поддержку Садыра Джапарова. 162 из них уже отпущены из отделений после установления личности и проведения с ними разъяснительной беседы. Арестованными остаются 4 человека, по данным МВД, это те, кто провоцировал толпу на противоправные действия в отношении милиционеров и хулиганские действия. По факту произошедшего уже ведется досудебное производство по статье «Массовые беспорядки». Напомню, представитель МВД Бакыт Ситов накануне подчеркнул, что организация и главные провокаторы из числа участников митинга понесут ответственность за устроенные ими беспорядки, не сумев правильно организовать людей, так что обещанный мирный митинг перерос в столкновение с милицией. Последний, отметил Ситов, в течение всего дня обеспечивали порядок в центре города, не мешая гражданам проводить их собрание. Однако после того, как к положенному часу толпа расходиться отказалась, силовикам пришлось сделать им предупреждение. Но вместо того, чтобы мирно разойтись, люди принялись нарушать этот порядок. Вышли на проезжую часть улицы и устроили хаос, чтобы усмирить толпу, применяли водометы, шумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Не обошлось и без пострадавших. 22 человека обратились за медицинской помощью. 19 из них – это милиционеры, которые оказались под обстрелом камней. Еще 3 гражданских. Почти все пострадавшие силовики имели ушибы мягких тканей. Врачи оказали им помощь, но госпитализация не потребовалась. За исключением одного милиционера, его доставили в нацгоспиталь в отделение нейротравмы, сотрясением мозга, ушибами и растяжением шейного отдела позвоночника. Еще одна девушка накануне попала туда же. У пострадавшей ушиб грудной клетки серьезная гематома. Вследствие попадания в нее резиновой пули. Горожане и предприниматели, понесшие ущерб, заявляют о последствиях вчерашних столкновений. Машины, остававшиеся припаркованными на центральных улицах Урусбекова, Розакова, Киевской, Токтагула, Московской и других, частично были повреждены. Митингующие бросали камни в стражи порядка, но попадали по машинам. В некоторых кафе и магазинах разбиты витрины. Кто-то уже написал заявление в милицию. Там, к слову, сообщили, что весь урон будут восстанавливать также организаторы митинга. Соблюдение порядка являлось главным условием при получении разрешения в мэрии на это собрание. МВД добавили, что ночь прошла спокойно. Правоохранители в усиленном режиме до утра следили за попытками митингующих устроить стычки или мародерство. Спецэкипажи патрулировали улицы в поисках подозрительных групп молодых людей. Ну а дворники с ночи принялись приводить в порядок центр города. Всего-то Залык вывез около тонны мусора. Сотрудники отмыли всю площадь и проезжую часть. Этот митинг, видимо, стал последней каплей. Муниципалитет решил добиваться через суд запрета на организацию таких мероприятий в центре города. В мэрии сообщили, что в данное время подсчитывают убытки после столкновений протестантов с милицией. Напомним, силовикам пришлось применить водомет, резиновые пули. Митингующие использовали камни. После таких стычек, отметили муниципальные службы, страдают и инфраструктурные объекты, и здания в центре города. Восстановление требует дополнительных трат. Тем не менее, подчеркну, право на проведение собраний и митингов закреплено в Конституции, так что запретить их будет нарушением прав граждан. Какой же вариант решения этой ситуации предложит муниципалитет, пока неизвестно. Первое заседание по делу о событиях в Куйташе сегодня пройдут в Первомайском районном суде Бишкека. Это предварительные слушания. Присутствовать на них заявил желание бывший президент Алмазбек Атамбаев. Накануне он заявил, что он намерен участвовать в слушаниях лично, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем. Напомним, события в Куйташе произошли 7 и 8 августа прошлого года. МВД закончило следственное мероприятие. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям. Это массовые беспорядки, хулиганство, убийство, покушение на убийство, угроза или насилие в отношении представителей власти, попытка насильственного захвата власти, незаконный оборот оружия и захват заложников.
Ну а сегодня, 3 марта, на площади Алатау в Бишкеке снова мероприятие, только на сей раз культурное. У главного флагштока страны проходит торжество по случаю Дня государственного флага, одному из основных символов страны 28 лет. Красный свет, который лег в основу государственного знамени, отсылает нас к флагу Манас Великодушного. Поверх расположено яркое солнце, 40 лучами, в центре которого изображен тундук. Свои поздравления кыргызстанцам сегодня адресовал глава государства Сооронбай Жээнбеков. В своем послании он подчеркнул, что флаг – один из атрибутов суверенности нашего государства. Символ, отражающий патриотические чувства к родине каждого из нас. Свято чтя наследие предков, отметил президент, мы должны жить в согласии под нашим флагом. Также он пожелал счастья всем кыргызстанцам и процветания республики. На этом у нас пока все. Следите за нашими, за новостями на нашем канале. Я с вами прощаюсь. До свидания.